Рада приветствовать всех на своем канале. Очередное видео из серии «Мои сорта». Вот начала созревать бреба на крымском черном. Сегодня у нас 10 июля. Первую мы сняли 5 июля. И вот сегодня тоже мы пару штучек снимем. Вот бребушка. Такая вот висит, уже хорошо красилась, мягенькая. Здесь основной урожай завязался. Этот сорт мне очень нравится и по вкусу, и завязывает он где-то 6-7 бреб. Очень много завязывает основного урожая. В наших условиях он у меня вызревает, поэтому можно сказать, что он мой один из любимчиков. Лист у него без выемки, вот такой вот. Его легко отличить от других. Сейчас снимем и продегустируем вот эту бребушку. Еще у меня есть один куст, тоже крымский черный, вот видите, такой же лист без выемки. Здесь тоже вот созрели уже бребушки. Тут можно тоже снимать. И вот еще тоже одна. Это совсем вот так обвисла уже. Зрелая. Ну вот самая крупная у нас 46 грамм, а вот это самая мелкая 23 грамма. Ну вот так он выглядит внутри, то вот так, а вот это уже очень зрелая, по ней видно, она стала совсем темная, и там вот такое вот варенье. Вкус у него хороший. Сейчас мы продегустируем. Это очень сладко, очень вкусно. Всем советую этот сорт.